вернулся туда, где нашел гарду, решил поискать еще, может, найдутся запчасти от штычка этого. Вот пока попали здесь два значка вот таких. Не знаю, что за значок. И второй вот такой вот. И вот сейчас вот здесь сверху была на дорожке гарда. Вот здесь внизу спустился, и вот находочка какая-то непонятная. Но что-то очень интересное. Какая-то шкатулка, что ли, позолоченная. Сейчас будем разгадывать, что это. Выкопал два сигнальчика. Вот он, один монета. И вот здесь вторая. Две монеты в одной ямке. Здорово, пятак он какой. Ух ты, Наполеон. Хе, давненько уже я не находил. Это... Блин, ничего не видно. Что это такое? Тоже что-то, наверное, волысая вся. Ай-яй-яй. Наполеончик с охраной вообще отличнейший. С другой стороны, непонятно еще. По-моему, видим. Неплохо, неплохо. Класс. Вот такая вот паханина у меня здесь сегодня. Хожу по ней. Есть находочки. Вот опять. Смотрите, что попалось. Я так понимаю, это фибулка. Это у нас Рим. Офигеть. Красота какая. Так-то. Копнул монитос. Какой-то лысый был. Не стал снимать. Потом чуть пошкрябал. Смотрю, надпись проступила. Один шиллинг. Нормально. Такая монета мне еще не попадалась. Значок выкопал. Похоже, из серии «Зимняя помощь». Иголка даже на месте. Щит. Так, еще одна находочка на паханине. У нас здесь вон лицо видно. Подвесочка. Такая вот подвесочка. С другой стороны ничего нет. Пусто. Уже почти стемнело. Вот дойду сейчас до края. И все. Попалось две пуги какие-то. Одна Пруссия с короной. Одна непонятная какая-то. Монеты попадались еще.
стандарт. Потом покажу, помою. И вот сейчас напоследок какая-то подвесочка опять выскочила. То, что с колечком, думаю, подвеска была. Интересно. Сейчас приеду домой. Буду мыть, смотреть, чего нарыл. Ладно, все. Погнали дальше. Ну что, вон сколько всего накопали. В этот раз, правда, без серебра. Не попалось. Сколько мусора. Все выкинем. И это более-менее что-то можно посмотреть. Кое-что показывал, кое-что нет. Сейчас помою. Глянем еще раз. Так, ну что, начнем обзорчик с этой шкатулочки, которую мы нашли. Навесик пока открывал, отломил, правда. Была посеребренная медь. Что внутри? Сейчас покажу, что там было. Что это? Не знаю. Думаю, что какие-то краски, может, женские. Что-то похоже. Желтые, красные, синие. Не знаю, что это. Такая шкатулочка была. Жетон, крышка зажигалки, зажигалка не нашлась, какая-то пломба. Пуговица, сначала не понял, что за картинка там, потом показалось, как будто расплавленная. Потом присмотрелся, оказывается, это цветок мак. Листья он. И сверху головка мака. Такая пуговица. Подвесочка. Фибула. Римская фибула. Монеты две штуки, ваймеровские, значок, зимняя помощь, монета, вермахт, монета, один фенинг, 1859, по-моему, год. Это у нас империя. 10 фенежек хорошие, обычно цинковые попадаются, этот прям такой железно-медный какой-то. Двушечки. Уга. Дальше у нас один шиллинг или скиллинг, как правильно, Бельгия. Подвеска божественная такая. Еще выровняем. Помятая немного. Так, один франк. 1932 год. Обычно они алюминиевые попадаются. А это медная такая. Редко они попадаются нам. В основном алюминиевые. Класс. Значки какие-то. И Наполеоны. Три Наполеона. Убитые, правда. Это вообще лысый. Этот весь в окислах на поле найдены.
И этот тоже весь закисший какой-то. Вот такие вот находки были в этот раз. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ну и до следующего раза. Всем пока.